представлен объектив Phenon X100, 200 мм f5,6 RLM ISVR. Как и ожидалось, компания Fujifilm анонсировала выпуск нового объектива. Новинкой оказалась модель Phenon X100, 200 мм f5,6 RLM ISVR, которая появится в наличии в середине февраля. X100, 200 мм f5,6 RLM ISVR – первый телеобъектив системы X с максимальным значением диафрагмы f5,6, охватывающий диапазон фокусных расстояний 100-200 мм, f79-158 мм. По словам производителя, объектив хорошо подходит для съемки пейзажей. В описании объектива отмечено, что он полностью поддерживает датчик изображения разрешением 100+ МП, который получит флагманская модель серии GGGS, которая в настоящее время находится в стадии разработки. Объектив оснащен стабилизатором, эффективность которого Fujifilm оценивает в 5 ступеней экспозиции, и быстрым и бесшумным линейным приводом фокусировки. Он защищен от пыли и брызг, сохраняет работоспособность при температурах до минус 10 градусов Цельсия. Объектив может быть установлен на телеконвертер Phenon X1.4 XT-CVR, который увеличивает фокусное расстояние объектива в 1.4 раза, до 140-280 мм, KR-111-221 мм. Добавление X100, 200 мм f5,6 RLM ISVR расширяет линейку объективов EG до 9 моделей. Технические данные объектива Phenon X100, 200 мм f5,6 RLM ISVR. Объектив оценен в $2000. В комплект входят крышки, бленда, штативная лапка и сумка.